Привет всем! Вот так у меня не приспособлено ничего в доме. Хорошо еще провод длинный. Видите, как я вынарядилась на работу? Ну что, мой дорогой, родной? Грязненький. Мойка не работает. Меня очень беспокоит то, что греются колеса. И температура всегда держала 80. Сейчас, вчера 90. Я приехала в Римзону. Мочевину мне залили. Колеса так никто и не потрогал. Вот это мне очень напрягает меня. Мне не нравится температура. Ты еще поезди, посмотри. Че смотреть? Сегодня поставлю на ремонт. Видимся очень редко. Так что выходные для нас святое. Вот до чего Ольга Николаевна докатилась. Меня уже заправщик заправляет. Пожалел, что я в юбке. Итак, поехали дальше. О, вот эти гамбургеры подорожали. Я беру с лучком. Прямо на 20 рублей. И все равно здесь на Роснефти это дешевле, чем на Лукойле. Еду в парк за документами. Нет, суть-то в том, что какой бы хороший человек ни был, все равно можно его довести до крайности. И человек тоже начнет так же в ответку гадить. 100 пудов. Это законы бумеранга, они всегда действуют. Рыжая, я не поняла. Ты что это, нюх потеряла? Меня не слышишь? Автобус приехал, а? Лиса, Алиса. Жарко тебе, да, моя красавица. Ты моя хорошая. Ой, ты моя хорошая. Кушать будешь? У меня кошачий корм. Собачий у тебя, наверное, еще есть. Ну. Ой, 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 ничего страшного, ничего. Ты на меня обиделась, шерсть выдергивай. Ох ты, ох ты. Пошли кушать дам. Пусть кошачий корм. Ну, мы, скажи, его с удовольствием едим, да? Один пакетик маловато, но тебе сегодня давали, наверное. Кушай, кушай, солнышко. Вон мой кавзик стоит. Я пошла домой пообедать. 40 минут у меня времени. Заправщик мне кричит: стой, я тебе цветок подарю. Ой, красота какая. Ой, какая красота. Ой, спасибо огромное. Пионы, как я их люблю. Это что такое, Барсик? Сюрприз за сюрпризом, да? Почему одежда-то вся из шкафа вывалена? У меня тут все хорошо было сложено. Ну ты жук! И футболки, и штаны это с двух полок ты свалил. Мамке не на кого поорать-то, да, скажи? Никого дома нет, кроме меня? Я знаю. Вот видишь, мама голос повышает, тебе не нравится. Смотрите, мой автобус стоит. Всегда форточки закрывала. Блин.
сейчас не закрыла форточки и поливает. Пришла на обед. Ну что, видите, дождь прошел, машины мокрые. Но выглянуло солнышко, но заставила погода меня переодеться. Все плавают. Как я сейчас дорогу буду переходить в тапочках, я не знаю. Канализацию не справляется, поэтому воняет. Ёлки-моталки. Мне что, плащ? Что делать-то? Ребята, я в тапочках. Да, как до автобуса дойти? Плащ? Придется идти по пешеходному переходу. Ну вообще, атас. Море, море. Море волнуется раз. Море волнуется два. У меня в автобусе-то потоп. Что делать-то? Ё-моё, всё залило. Конечно, форточки оставила открытыми в коем-то веке. Всегда закрывала. Собака. Автобус в последнее время всё капризничает. Я не знаю. Колеса горячие, воздух нормально, но всегда температура 80 была, сейчас 90. Как будто обиделся автобус на меня, что я увольняюсь. И вообще сейчас еду практически без тормозов. Я не знаю, может там одной колодки какой-то нету. Я говорила, что колеса греются, никто не посмотрел. Так что выбираю себе жертву, кому в задницу вплюхаюсь. Я уже Малую Романовку проехала. Еду по Щеглово, сейчас в лес заверну. Со Щеглова до Морозовки отличная дорога. Тут и дождя не было, похоже. Вообще отлично. Излом да вывих была, когда я ездила. Думала, машину всю разобью. Крепость, крепкий орешек здесь. Везде люди живут. Здесь можно дачку прикупить. Но тут мусора много. Да, и вот здесь все мусорка была. Все разгребали тракторами при мне. Деревня Кошкина. Куда меня вообще ведет-то? Елки-палки. Что за дорога-то? Блять, я отсюда не выеду. Вот вам и Морозовка. Я заехала, значит, не туда. Сейчас мне сказали, переключайте навигатор, едьте по-другому. Я уже еду с опозданием 2 минуты. Мы в Шлиссельбурге. 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 Мы с Димоном скарифанились. Он, да, с Гатчины привез людей. Я привезла с Морозовки. Ну, нет, деревня Кошкина. Вот. Оттуда людей привезла. Так что, Дима, помаши ручкой и скажи привет. Всем привет. Прямой эфир. Да. А оказалось, он, у него родина. Мы соседи. Почти, да, да, да. Чувашия. Ну, так что, Чувашии, привет. Да, и Кировской области тоже.
Вот так вот. Земля-то круглая. Итак, это мои пассажиры. Всем привет, привет. Привет. Оказалось, что некоторые с Кировской области. Это я. Подосиновский район. Еще? Демьянова, она из Демьянова. Вот так вот. И я из Кировской области. И, конечно, мой длинный язык. Который меня иногда даже сильно подводит. А иногда выручает. Ну вы же с Кирова, вам можно знать. Ну, мы вятские такие. Добрые, отзывчивые. Записываем канал «Халтурина рулит». И смотрим себя потом. А мы не могли понять, что у вас там написано YouTube. Да, и мы все помашем. Опа! Киров рулит! Они серьезные люди. Комиссия по делам несовершеннолетних. Обалдеть, куда я попала. Заехала на Роснефть опять, но не заправляться. Купила беляши, сижу ем. Благо кофе с собой. Позвонила механику, сказала, температура почти 100. Сейчас приеду в Ремзону. Сказал, да, хорошо, приезжай. На Руставели и Гражданский проспект на углу. Смотрите, сколько самокатов. Но мы поедем на общественном транспорте. Мой троллейбус едет. 38-й. На 38-м троллейбусе я еду бесплатно. Карточка не пробивается. Я начинаю любить общественный транспорт. Вот так добираюсь с Руставели 75. На троллейбусе 38-м. И сейчас мне надо поменять второй транспорт. О, 102-й это мой. Господи, неужели я дома? 23:37. Короче, всем пока-пока. Кот уже сухого корма нахлебался, не дождал меня. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами Халтурина.